В Даугавпилсе продолжают создавать новые места для отдыха и прогулок. Совсем скоро в парке на Эспланаде завершится обустройство музыкального сквера. Работа ведется и над благоустройством парков и скверов и в других микрорайонах города. Строительство музыкального сквера началось осенью прошлого года. После технологического перерыва работы возобновились, и уже вскоре даугавпилчане смогут посетить это необычное место, символически расположенное прямо напротив Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока. В сквере разместят 10 различных уличных музыкальных инструментов – барабаны, ксилофон, трубчатые колокола и другие интересные объекты. Это будет не детской игровой площадкой, а местом, где каждый сможет услышать и почувствовать музыку в различных ее проявлениях. Площадки, на которых разместятся инструменты, будут соединены гравийными дорожками, которые, в свою очередь, будут спроектированы таким образом, чтобы по территории могли перемещаться родители с колясками и люди с ограниченными возможностями. Будут установлены скамейки и урны, указательные знаки и информационные стенды. Также продуманы парковочные места для велосипедистов. В течение ближайших месяцев в парке на Эспланаде, неподалеку от музыкального сквера, также будут посажены новые деревья, раскинется яркое поле луговых цветов и будут построены необычные гостиницы для насекомых, которые помогут узнать много интересных фактов о мире животных и растений. Перемены ожидаются и в других парках и скверах города. В начале марта была объявлена закупка на благоустройство парка Айспилсетес и сквера Селиес. Сейчас проходит оценка поданных заявок. В парке Айспилсетес, расположенном у озера Губище, между 13 и 15 школами, будет модернизирована система освещения и благоустроена инфраструктура, перестроены дорожки, установлены скамейки, урны для мусора, система указателей, информационные стенды, места для парковки велосипедов и прочее. Беря во внимание расположение территории и истории этой части города, парк планирует разделить на три функциональные зоны – мемориальную зону, зону отдыха и переходную зону. В мемориальной части парка будут отражены исторические свидетельства того, что еще 50 лет назад здесь находилось еврейское кладбище. В зоне отдыха будут оборудованы прогулочные дорожки и детские игровые площадки, а в переходной зоне между этими двумя частями парка, на склоне горы, планируется оборудовать смотровую площадку и горки, с которых можно будет кататься и летом, и зимой. Дополнять картину будут декоративные насаждения. В свою очередь в сквере Селиес на Греве планируется создать игровую зону для ребят от 6 до 12 лет, зону отдыха для сеньоров, родителей с малышами и детей с особыми потребностями, а также зону пассивного отдыха. В зависимости от интересов и желаний, здесь можно будет провести время на одной из игровых конструкций или в песочнице, позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в настольный теннис или же просто отдохнуть на одной из удобных скамеек, любуясь благоустроенным сквером. Более точно говорить о сроках реализации этих двух проектов можно будет после того, как утвердят результаты конкурса. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.